Популярная позиция танковки Такко. На нее снизилась цена. Мы снизили цену. Так как евро немножко растет, мы решили пойти навстречу нашим клиентам и снизили цену. Цена сейчас 12,5 евро за килограмм. Вот. Практически на 1000 рублей снизилась цена за пакет. Себестоимость здесь всего лишь 150 рублей за единицу. Присутствует как вещи из натуральных тканей большинство, так и комбинированные, то есть 50 на 50. То есть, допустим, танковка будет стоить 50% из хлопка, 50% из, допустим, других материалов. Ну, допустим, вот 56% хлопок, 44% полиэстер. То есть есть 100% хлопок, есть 50 на 50. Может быть, встречается и других материалов, но по ходу видео я вам буду рассказывать. Напомню, себестоимость всего лишь 150 рублей, ну, в этом районе. Вот. Позиция у нас популярна. Прошлые привозы мы не снимали их на видео, потому что их купили все без видео. Размер S. Так, здесь тоже размер S. Еще хочу напомнить, что у них размеры, допустим, XS, S, немножко чуть больше, мне кажется, больше мерят. Ну, одна клиентка говорила, приходила, смотрела. Вот, но как бы по видео, наверное, тоже сложно понять. Но мне кажется, здесь, допустим, если S, они как M-ки идут. Размер S. Вот это 100% идет полиэстер. Вот здесь вот. Здесь вот 70% полиэстер, 30% катон. Материалы разные. Есть натуральные, да, есть 50 на 50, есть чистый полиэстер, есть чистый хлопок. Размер XS. 70 на 30. 70 полиэстер, 30 вискоза. Размер S. 65 на 35. Такко Fashion, Жан Паскаль. Размер S. 100% полиэстер. Тут 50 на 50. Тут 60% хлопка. 61 хлопок, 39 синтетика. То есть примерно в таком соотношении здесь ткани. Здесь 100% хлопок. Так, размеры я не говорю, да? Размер S. S. Очень много S, но говорю, S они немножко больше мерят. Размер М. Размер С. Размер XS. Размер S. Процентный хлопок. Здесь 60% хлопок, 40% полиэстер. Ну, по-разному, то есть и натуральные, и комбинированные ткани. 60% хлопок, 40% полиэстер. Размер S. Размер S. XS. XS.
XS. Размер M. Вот, допустим, размер M. Даже возьмем размер XS. Вот. Отличаются они, не отличаются. А мне так это вот как M-ка, ну, обычная M-ка, да? Возьмем размер XS, который здесь тоже встречается. Отличается чуть-чуть, да, то есть вот тут сравняем здесь, здесь прям чуть-чуть, то есть здесь немножко S, XS они больше мерят. Размер M, очень приятные такие вещи, 13 евро стоил в розницу. 95% вискозы, 5 эластан. Ну, вискоза сразу чувствуется. Размер S. Размер S. XS. Размер M. Размер M. Большой такой. Размер M. Вот это M. Всем M-кам M. Размер M. Красивые принты. 100% хлопок. Хлопка здесь очень много. Семьдесят на 30 ткань. Размер М. Классные принты. 60 на 65 на 35. Очень красиво сделано. Размер XS. Размер S.